Сегодня хочу поделиться своим рецептом, скажем так, рецептом лечения простудных заболеваний. И не только простудных, лечения с помощью виноградного красного вина. Лучше всего, если это будет сухое виноградное красное вино. Значит, вот мой опыт о чем говорит. Все эти респираторные заболевания, грипп, вот и тому подобное, очень хорошо лечится виноградным вином. Мне обычно хватает одной процедуры. Ну, бывает, в крайнем случае, пару раз сделаешь. Значит, рецепт совершенно простой вообще. Берете стакан примерно вина, красного виноградного. Ну, кому много, берите половинку для начала. В общем, стакан красного вина на стакан красного вина растворяете столовую ложку хорошего меда. Такого, чтобы мед был ядреный, он должен, вот когда вы просто попробуете его на ложечке, он должен драть ваше горло. Если горло дерет, значит мед хороший. Вот. И растворяете этот мед, вино нагреваете до бурунков, знаете, когда вот перед тем, как закипеть, бурночки появляются. Вот когда легкие-легкие бурночки появляются, когда видите, как на поверхности такие движения такое идет, отставляете там кружку с вином, добавляете туда ложку меда, размешиваете, выпиваете на ночь. Выпиваете и сразу ложитесь спать. Я вас уверяю, утром вы встанете, как огурчики. И от вашей простуды ничего не останется. Во всяком случае, будет очень заметное улучшение. Понятно, что мы все очень разные, поэтому действие такого лекарства может быть очень индивидуально. Ну, попробовать всегда можно. И имейте в виду, что я не рекламирую спиртные напитки. Я предлагаю вам лекарства. Я таким образом лечил даже своих детей. У меня вот девчонки, я их тоже лечил вот так. Ну, вина я им, конечно, не стакан давал, я им давал половинку стакана. Иногда чуть-чуть совсем разбавлял, но лучше вот как цельное вино есть. И достаточно было одной процедуры всего. Уходила температура, практически исчезал насморк. Общее состояние, самочувствие настолько заметно улучшалось, что я был всегда удивлен этому. Вот. А еще можно красное сухое виноградное вино использовать для лечения разных кишечных расстройств. У нас, понимаете, в современном России очень плохого качества пища, очень плохого качества. Всякие добавки, чего там только нету. И вообще она часто по срокам своим не соответствует качеству необходимому. Поэтому, когда ты ешь, если у тебя чувствительный желудок, это все отражается и на желудке, и на кишечнике. Может быть, расстройство кишечника. Может быть, неприятные очень ощущения в желудке, в кишечнике. Неприятное такое послевкусие из-за всего, что там есть. Вот мне лично всегда помогает несколько глотков вина. Несколько глотков красного сухого виноградного вина обычно снимает вот эти вот ощущения. И улучшается ваше самочувствие, ваше состояние. Пробуйте. Я на себе это испытал, на своих детях. До встречи, друзья.